В поселке Хандыга Тампунского района прошли общественные слушания по проекту оценки влияния на окружающую среду обогатительной фабрики серебро-полиметаллической руды на Верхнем Минкенченском месторождении. Участие приняли члены экспертной группы, специалисты районных природоохранных организаций и общественность. Нина Ханарова подробнее. Целью обсуждения, конечно же, являются результаты воздействия на окружающую среду, намечаемые хозяйственной деятельности и выявление предпочтений по строительству обогатительной фабрики, заказчиком которой является недропользователь ООО «Геопромайнинг» в Верхнем Минкенче, разработчиком проекта ОАО «Гидроцветмет» города Москвы. Расстояние от рудника и высота автополотна от рудника до вашей фабрики. И что собой представляют у вас нагорные каналы? Какой глубины, какой протяженности? Представитель генерального проектировщика рассказал, что сделано на участке, какой проведен объем геолого-разведочных и научно-исследовательских работ на проектируемом объекте и получены экспертные заключения. На период строительства подразумеваем занятость в количестве 120 человек. Будет проходить... А на период эксплуатации уже 75 будет человек обслуживать. После обсуждения оценки воздействия на окружающую среду документы будут направлены на государственную экспертизу, которая даст заключение на дальнейшие действия по строительству и вводу в эксплуатацию обогатительной фабрики. Нина Ханарова, Мария Винокурова, Сергей Москвитин, НВК Саха, Хандыга.